Привет всем, кто зашел к нам на канал. Сегодня хочу коротко рассказать и показать немножко по тем процессам, которые у меня происходят. Я уже упоминала, что я купила мастер-класс у Татьяны Ереминой, и вот сейчас именно этим и занимаюсь. Естественно, не вдаваясь в подробности, что и как у меня шьется, и по выкройке, естественно, ничего. Так, ну, вот такие вот детали у меня. Это самая большая деталь. Я не стала стягать большой рисунок, потому что это занимает время. И я хочу как бы отработать пошив именно этой сумочки, чтобы как бы понять, что куда, чтобы четко. А потом уже, если еще раз буду шить, тогда что-то может заморочусь посложнее. Поэтому сделала вот такую просто стежку. Так, вот такая вот деталька. Вот. Промежуточные вот уже где-то я этапы сделала, поставила кнопки. На вот этой детали я хочу сделать бабочку. Я про нее также в предыдущем видео рассказывала. Это крупный формат, а вот так вот помельче будет здесь такая выпуклая бабочка. Но прежде чем пробовать ее сюда посадить, пришить, я, конечно, потренируюсь на черновичке. Если у меня все получится, то тогда попробую сюда ее пришить. Так, ну и вот такие вот здесь разные детали. Это две детальки тоже сюда идут, они еще у меня не отглажены, не готовы. Так, это наружная часть и такие вот внутренние детали разного тут формата. Такие, такие. Замок. Вот видите, у меня как бы пошло сочетание такой вот джинсы с хаки. Ну, так вот подобрался у меня комплект ткани. Здесь вот пришлось немножечко посветлей. Что-то не рассчитала я немножко, но ничего страшного. Это как бы сочетание такое пойдет. Так, вот такая вот кант вот такой я уже приготовила. Так, замок тоже у меня вот в таком цвете нашелся. Так, все вот такое. И ремень. Вот такой вот я отстегала тут тоже. С одной стороны таким рисунком, с другой таким. Ну и фурнитурка вот такая у меня. Так, ну вот такие вот процессы у меня происходят. Теперь я покажу вам только конечный результат. Сам процесс по понятным причинам я не буду вам показывать. А что у меня получится, кому интересно, смотрите. В скором времени я покажу, какая сумочка у меня вышла. И довольна ли я останусь результатом, ну не самой выкройки. Я, конечно, мастер-класс мне понравился, то, что я посмотрела. Но результат-то еще должен быть, как я сошью, как у меня именно это получится. Так что смотрите, что будет дальше. Всем пока-пока.